فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة. حج был установлен в качестве обязательного поклонения в 9 году. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام في العام التاسع. Всевышний Аллах в этот год, 9 год хиджра, отправил Абу Бакр رضي الله عنه أميرا على الحج. Абу Бакра в качестве управляющего над хаджем. وأذن في الناس. И он объявил среди людей. ألا يطوف بالبيت عريان. Что не будет теперь отныне совершать обход вокруг Кабы обнаженные люди. ولا يحج إلى البيت مشرك. И что теперь не сможет совершить паломничество к Мекке, в Мекку мушрики. وبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج في السنة العاشرة. Сам же пророк алейхиссалату вассалям отправился для совершения хаджа в 10 году хиджры. السنة التاسعة تسمى هذه السنة أو هذا العام بعام الوفود. كثر الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم يأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويبايعوه. Вот этот год, 9 год хиджры, его называют годом делегации, потому что очень много делегаций прибывали к пророку алейхиссалату вассалям отовсюду и присягали ему. حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. Пророк алейхиссалату вассалям совершил хадж один раз. تسمى هذه بحجة الوداع. Этот хадж называется прощальным хаджем. ما معنى هذا؟ Что это означает? أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحج يقول لهم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يودع هؤلاء. Пророк алейхиссалату вассалям в этом хаджи говорил людям: берите от меня обряды хаджа, учитесь им от меня, потому что, возможно, я уже не буду совершать хадж после этого года. То есть он словно бы прощался с людьми в этом хадже. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. Что касается умры, то пророк алейхиссалату вассалям совершил ее 4 раза. والله أعلم.